Вот смотрите, земля у нас под ногами. Она не колеблется, и Аллах в священном Коране не раз говорит об этом. Эта земля ровная. Аллах говорит об этом. Разве мы не сделали землю равниной? Еще земля жесткая, но в то же время мягкая. Можно построить на ней какое-то жилище на хорошем фундаменте, и в то же время землю можно копать, сажать что-то в нее. То есть видите, как один и тот же материал Аллах создал с разными свойствами. В суре Мульк, власть, Аллах говорит: «Он тот, кто сделал для вас землю покорной». Люди по ней ходят. Аллах говорит: «Это я ее сделал для вас такой». Нужно видеть Аллаха во всем, что нас окружает. В том смысле, что Он все это создал. Вот посмотрите, в этом зале. Колонны, да, здесь? В качестве опор. А Аллах в Коране, в начале суры Гром, Ар-Рад, говорит: «Аллах вознес небеса без опор». Аллаху опоры не нужны. Мало того, еще и небо вот это имеет оболочку определенную, которая защищает нас от солнца, камней. Камни сгорают в атмосфере. И небо это не падает на нас и не позволяет чему-то извне упасть на нас. Сжигает это. Во всем виден Аллах. Вот ветер дует, и ты видишь Аллаха. Казалось бы, просто дует ветер. Но ветер ты глазами не видишь, но знаешь, что он есть. И Аллах есть, хоть и не видим его. Вот так и познается Аллах наблюдением за окружающим тебя миром. Если размышлять над творениями Аллаха, над людьми, животными, природой, видно отражение качеств Аллаха. Вот, например, человек. Его тело двигается, он может думать, может создавать. Все это отражение качеств Аллаха. Аллах же тоже создает. И людям дал такую возможность. Аллах милосердный. И человеку дал возможность проявлять милосердие. Аллах Аль-Хаким, то есть мудрый. И человеку дал возможность обрести мудрость. Не такую, конечно, как у Аллаха. То есть мы постигаем качество Всевышнего Аллаха, размышляя над своими способностями. Можно просто знать об Аллахе и его качествах. А можно познать его. Это не одно и то же. Знать об Аллахе – это просто хранить информацию о разных его качествах. Это просто знание. А именно познать Всевышнего Аллаха – это другое. Знание на арабском – это «ильм», а вот познание – это «маарифа». Когда Всевышний Аллах говорит нам в Коране, что иудеи во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, знали пророка по священному писанию, Торе, которое Аллах еще до Корана ниспослал. Так вот, Аллах говорит, что они именно узнали пророка так же, как они знали своих детей. Это Аллах говорит в Коране, в суре Корова, Бакара. Это в начале второго джуза. Вторая сура, аят 146. Вот если вам показать сотню детей, вы, как мать или отец, узнаете своего, если тысячи детей, тысячи и тысячи, были бы в этом городе, полный город детей. Может быть такое, что вы увидите своего ребенка и не узнаете его? Вот это и есть познание того, каков Аллах. Вот эту важную мысль я хочу донести до вас в этой лекции. Мы должны подняться на новый уровень, не только знать об Аллахе, но и познать Аллаха. Верующему в окружающей реальности абсолютно все напоминает о существовании Аллаха.